Нещодавно запахло шинами на Хрещатику. З першого погляду – звичайний мітинг протиголови Києва. Але якщо придивитися уважніше, зібрання нагадувало сплачену акцію. Ну а як зрозуміти – ідейний мітинг чи проплачений? Експеримент провів наш новенький Юра Лісін. Митинг там, митинг здесь, митинг вон там. Впечатление, что в народе растет тотальное недовольство. Или это кто-то раскачивает ситуацию, чтобы создать ощущение, что в стране полный беспредел. На самом деле огромное количество митингов платные. И не всегда разгневанная толпа под мэрией, кабмином или на центральной площади – это глаз народа. Возможно, они просто на работе? Вот, собственно, тот самый митинг, на который мне предлагали пойти за 30 гривен. Митинг липовый или митинг идейный? Сейчас расскажу, как вы можете их отличить. Для примера возьмем нашумевший митинг под мэрией, где люди требовали отставку Кличко. Кстати, сам Кличко сделал заявление, что этот митинг был проплаченный. Белые платки, белые салфетки, белые полотенца, белые балаклавы, белые трусы. Всем этим машут активисты, собравшиеся под киевской мэрией. Идея прикольная, такая себе отсылка на боксерскую традицию, когда тренер изнемогающего бойца бросает на ринг полотенце, мол, пощадите, не добивайте спортсмена. На днях мне на почту пришла такая интересная бумажка с пресс-релизом митинга против Кличко. Самое интересное, в ней написано, что придет 1000 человек. Верить сложно, потому что не нашел даже встречи в Фейсбуке. Есть подозрение, что митинг проплаченный, нужно разобраться. И первое, что я сделаю, просто спрошу у ребят, сколько им заплатили. А что, говорю, иди, 50 гривен тебя. 50 гривен в час? Иди. То есть, типа, вам за 2 часа митинга соточку дают, да? Но мне там чуваки просто сказали, что 50 гривен в час дают. Чтобы я знал, я бы тоже подписался. Полтинник в час. В принципе, неплохо, но у меня есть предложение для них поинтересней. Предлагаю всем юношам подержать плакаты с надписью «I love Кличко» за 100 гривен. Платить буду сразу, ну, для стимуляции позитивной динамики принятия решений. Поднимайте плакаты и достаю бабки. Давайте, оп, плакатики. За 2 минуты я обзавелся множеством идейных активистов. Их даже больше, чем нужно. Давайте еще пару минут, еще пару минут. Молодые люди, с надписью «Я люблю Кличко». Я хочу сказать им, мы тоже любим Кличко. Кличко он наш, родной. Наконец-таки киевлянин стал мэром города. В принципе, окажись бумажник мой потолще, еще за пару минут из митинга против мэра я смог бы организовать митинг за мэра. Я плакатик могу дать, если хотите. А что тут написано? Our Citizen Кличко. Только что в микрофон организаторы акции объявили, что Кличка нет, он на гастролях. Но потом позвали его выйти, потому что люди перекрыли дорогу. Логика минимальна. Минимальная настолько же, насколько активисты в теме происходящего. Ребята, почему маски белые? Акция белая. Ну расскажешь, что ты здесь делаешь? Ну, йшов на практику, але бачу, тут зібрався якийсь мітинг. Я запитав, яка тема. Ну і казали, що ми стоїмо аж проти Кличка, бо він без води, оце немає стипендій. Пару місяців назад на одному із похожих мітингів ко мені попала бумажка, іменуємая моделлю поведення в толпі. Там було все, як реагувати на журналістів, що розказувати людям і так далі. Так от, этот юноша в причудливой шапці відповідає на мої питання строго по этой инструкции. Смекаете? Вот я и против. Так не забирают стипендию. Стипендия есть у всех. Нет, сказали, что заберут. Кто? Итак, перед нами проплаченный митинг обыкновенный. Это стало ясно по следующим критериям. Первое. Флаги людям, похожим на активистов, слаженно раздали люди, похожие на организаторов. То же самое и с фишкой митинга, полотенцами и платками. Второе. Традиционно для проплаченного митинга на амбразуру кидают школьников, которые должны сыграть роль угнетенного креативного класса. Третье. Поголовно все прячут лица и тупят на интервью. Прошло. Нет, без комментариев. Пару слов буквально, ребят, никто не хочет. Пока люди, похожие на активистов, разыгрывали эту причудливую сценку с полотенцами, у порога мэрии откуда-то из толпы внезапно вынырнул Кличко. Виновника торжества тотчас окружили разгневанные бабушки. Одна половина кричала. Просто кричала. Другая пинала журналистов, чтобы прорваться к мэру, чтобы тоже покричать. Занавес.
Давайте теперь подсчитаем, во сколько обошелся весь этот трэш. Митинг на 1000 человек. Ребятам за 2 часа платили по 100 гривен. Естественно, до них все деньги не дошли, что-то забрали и подрядчики. Допустим, половину. Тогда получается, что заказчик платил по 200 гривен на человека. 200 умножаем на 1000 равно 200 тысяч гривен. Плюс перекрыть дорогу тоже нужно человек 20. Расценки возьмем те же. 20 умножить на 200 равно 4000. Итого, имеем 204 тысячи гривен. Для сравнения, тепловизор, наличие которого может спасти целый батальон, стоит 60 тысяч гривен. Вдумайтесь, вместо этого сборища ряженых и проплаченных можно было купить 3 тепловизора, которые спасли бы сотни украинских солдат на фронте.